первую часть отправили, сейчас вторую письмо уже повторно направляем в аппарат президента, потому что дом не сдается. Письма президенту, регулярное ожидание возле штаба на стройплощадке и несколько термосов чая, чтобы согреться. Соципотечники Салават Купыры так пытаются ускорить срок сдачи дома 12-4. Высотку должны были сдать еще 15 сентября, это по поручению Рустама Миниханова, но сроки снова сдвинули. Подрядчик обещает, что все готово, все у дома высокая степень готовности. Клятвенно заверял нас, что 29 декабря дом будет сдан, и мы получим наконец-то свои квартиры. Но вот видите, уже конец января у нас. Семья Сиразиевых свою квартиру ждет с 2015 года. Тогда было распределение. Пока сроки сдвигаются, растет и цена квадратного метра. В 2015 году мы должны были въехать по 29 900. В настоящий момент цена 34, уже за квадрат 34, от 34 до 36 тысяч подбирается. Сроки эти сорваны на сегодня. После сдачи дома будут претензионные иски. Сорванные сроки признают и в Минстрое республики. Отвечать за них будет уже технический заказчик «Акбарс Инжиниринг» и строители дома. Последний подрядчик здесь компания «Барс Элитстрой Плюс». Они пришли после смены прежнего подрядчика. Сегодня жители заверили, высотка будет сдана в ближайшее время. Счетчик пошел, но учитывая, что объект физически, в принципе, завершен строительством, сейчас идет процесс оформления этого дома. Поэтому вот эти все претензионные иски, они потом войдут в юридический оборот после сдачи дома. Устранить замечания, связанные с чистовой отделкой дома, и подтянуть документацию – это задача подрядчиков до пятницы. Дальше итоговая проверка Госстройнадзора. Осталось Ростехнадзор документы подписать, последние документы, и все. Спортплощадка стоит, детские площадки есть. Пристрой готов, первый этаж готов, теплоподъем. Казанцы ждут 2 февраля, тогда и станет понятно, чем запомнится эта зима – новосельем или ожиданиями вестей из штаба. По планам Минстроя 2 февраля должны выйти документы, которые разрешают ввод в эксплуатацию этого дома. И по самым уже оптимистичным прогнозам 10 февраля эти люди получат свои ключи. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань.